какой-то глаза вот синий. Можно я его возьму? Да. Ай, он ко мне прилип так сильно. Ника, смотрите, Ника, у тебя руки надо освободить, слышишь? Ай. Никуся, руки надо освободить. Лимон. Ой, чуть-чуть. Он такой мальчик. Привет, человек. Привет, человек. Дай мне рыбинчик. Пути, дай мне пути. О, бля. Ко мне. Чё ты? Ой, не хочет. Ну, как вам, нравится? Он такой красавчик. Иди ко мне. Он так хозяина хочет. Так, аккуратненько. Нет. Аккуратненько. Все, хозяин ушел. Ну все. Говорите пока. Как вам? Расскажите. Доча, how much massage? 20. 20 чего? 20. 20 бат. Придется обошлять. А у меня 21 бат. Я сделала, получается, папе один массаж, он мне дал 1 бат. А маме сделала 20 бат. Мамин массаж дороже, что ли, стоит, получается? Да. Нет, я просто есть чаевыми, сказала, мне сдачи не надо. Это если попросить, да? А что у тебя с прической? Это пыльные яйца плюла. А мне так же. Слава, это антенны, чтобы интернет принимать. Все у меня так же. И вот тут. Она всем заплела. Эй, единорог, иди сюда. Не, еще сзади, я такая маленькая косичка. Вот теперь разметать их, это еще то. А теперь тебе массаж. Нет, все, сейчас. Все, денег, мы ее цен, все. Бай-бай, мы ее цен. О, Кать, смотри, Васильевы. Ничего себе, идем. Да, идем, и раз, Васильевы сидят, клево. А мы вас ходим, ищем по всему пляжу, вот привезли вам фрукты. А мы за ним столом оказались. Привезли вам фрукты с самого Пхукет-тауна, где мы живем, собственно. О, смотри, бананчики, пожалуйста, отведайте, таиландские, очень вкусные. Вот этот неизвестный фрукт. Подожди, ты, пожалуйста, познакомь нас. Блин, я не знаю, как он называется, как это называется? Сейчас, подожди, я потрогай, какой он мягенький. Да, бананчики пробуй, пожалуйста. Макс, приступай. Ага, я так понимаю, ваши тоже давно не пробовали. Сейчас я... Вероника, ты выручку потеряла. В карман положи. Лонг? Вот этот какой-то лонг. Это как на Гонконг похоже. Лонг-кон. Очень шикарно, нам очень понравился. Так, вы пробовали фрукты в Китае, в Гуанчжоу, да? Да. И сейчас вы пробуете фрукты в Таиланде. Как вам? Мы мелкие бананы не пробовали, по-моему, в Китае. Мы что-то как-то так. Мои дети, они такие ретрограды. Они вот любят длинненькие бананчики, и все, им больше никаких не надо. Но вообще вкусно, мне очень понравилось. Клевая. Шкурка такая тоненькая, да? Угу. Макс, как тебе? Неплохо. Вкусно. Ну, здорово. Очень хорошо. Потверже, чем обычные. Да. По насыщенней вкус, я бы сказал бы, но это мое мнение. Очень яркий. Да, такой маленький. Яркий. Именно у маленьких. Я вас спрашивать не буду, вы уже говорили сегодня. Сападилья. Так, вот это сападилья? Нет, вот это. Где сападилья? Сападилья. Подождите вы. Так, как же его? Мы его ножом резали. Пойду помою, наверное, да? А у нас мытое все. Все мыло. Ты не готов, я бы. Как же его перечистить-то? Ножика у вас там случайно нигде нету? Давай его ложкой. Вот ты знаешь, кстати, давай. Мне понравилось его вот просто вот ложкой. Я попробовать тоже хочу. Конечно. Ты его почистить хочешь ложкой? Я его хочу сверху почистить ложкой, а потом копать. Окей, давай так. В общем, ребята, импровизация на ходу идет. Ну так, мы же семья блогера. Да. Мы же вам не просто так с улицы люди, случайно встреченные.
Так, я первая пробую, или кто? Максимка? Или все-таки я? Я. Окей, ну как всегда. А клево. По консистенции похоже на хурму. Ну так немножко как будто бы. Дай понюхать. Как она скажет? Посахарнее. О. Да. Запах. Так, Макс понюхал и что-то. Макс, ну маленько куси. Вот скажи, чего запах? Вот это прямо запах какой-то вареной морковки. Вот это я прямо обожаю. А мне, знаешь, запах вот жженого сахара. Это ну вот с жженой вареной морковки. Вот реально, вареная морковка с жженым сахаром. И на вкус. Ребенку дай, Майя. Не, Майя, это гораздо вкуснее, чем те эти. А, ты банан еще жуешь. Макс, вкусно, правда? Не, нормально, нормально, Макс, ешь. Это не испорченное, по крайней мере. Гадость? Да не гадость, еще попробуй. Ладно, Майя, давай ты. Я уже приготовилась. Что, соу-соу? Да, соу-соу. Ну, вкус такой на любителя. Да. То есть наши попробовать стоит, же. Но... Да, ну не каждый день есть. Да, вот то, что то да. То есть можно но съесть? Но это не противно, там нормально, да. Угу. Можно съесть, не противно. Но я бы не хотела это есть каждый день. Да. Прямо ароматный. Да подожди, куда ты наяриваешь? Это не пробовать буду, дочь. Ты куда? Это им... Положи. Мы набрали им фрукты, блин. Да ладно, пусть один съест, так уж и быть. Так она уже не первый, второй. Ну давай, откладывай. Так, давай вот этот. Да, так, а это познакомьте нас. Это не знаю, никто не ответил, как это называется. Это брат или сестра, вот то, что ты ела. А, то, брат ты ела. Или сестра, сестра чего? Вот этого. Вот этого. А это как, я уже забыла. Лонг-конг. Нет. Нет, лонг-конг, вот он лежит. А. Забыла. Саподилья. 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 Как сапог, да? Саподилья. А я просто думала, посадили. Я думаю, может, вот я думала, вот это посадили. Саподилья. Итальянский сапог, саподилья. Так, ладно, я пробую саподилью. Вот это вкуснее. Но мне кажется, что она по консистенции так же, как хурма. Угу, вкуснее. Это кошка блохастая, может быть. Запросто. Ну как? Ага, вкуснее. Как тебе саподилья? На, еще. Лучше уже. Лучше, но повторить я это не хочу. Ну я воздержусь. Повторить будешь? Майя хочет. Да, но вот это вкуснее. А знаете, у него немножко вкус, какой вот привкус арбузный какой-то такой присутствует. Вот он сладкий и прям вот реально какой-то арбузное послевкусие. Не очень, да, Майя? А мне понравилось. Мне вот этот тоже понравился. Мне прям не терпится, чтобы вот дети вот это попробовали. Нет, давай, конечно. Чисти. Подожди, я еще не договорила. Да подожди ты. Давай, пусть он пишет поподробнее. Ну давай. Подожди ты. Подожди ты. Не, конечно, я предпочту арбуз, но вот это весьма порадовало. Похож на лонган, также чистится, но внутри похож на мар... Как сейчас подождите, сейчас сами решим, на что похоже. Окей. Да, попробуйте. Sorry. Понюхайте. 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 По запаху на личи похож. По запаху похож на грейпфрут. На грейпфрут, вот. Я подождите, саподилью еще хочу. Маленькая кисленькая, но вкусненькая. Вот это всем понравилось. А я хотела это купить, но купила сегодня этих ежиков протухших. Забродивших. Забродивших, ага. А теперь вот как понять, покупать хорошие или нет? Надо там прям при них пробовать и сказать, что ты мне продал. Мама, это хорошая, нет. Это косточка. Это хорошая. Это хорошая. Это хорошая. Косточку это просто свежий. Не ешь, ну так ее обгрызай. Знаете, о чем я только думаю? Мы сегодня ели фрукты. Мы сегодня ели... тайской столовке, и это, если нам станет от чего-то плохо, мы не поймем, не понять от чего. Не, ну эти свежие, мы же сегодня на рынке. Угу. Ну, как тебе вкус? Сейчас, подожди. Радует, что нет косточки. Там... большой. Но нету косточки вообще. Вкусненький такой. Ну, по консистенции, да, как личи, или как глазки дракона лонган. На вкус
Не могу понять, на что похоже. Что-то к цитрусу есть, но мне настолько кисло. Это подожди. Похоже на яблочный сок слегка. Что она делает? На яблочный сок. Этот сок похож на яблочный. Бананы все-таки лучше. Мне так на мой вкус, вот это сегодня я прям реально забалдел от этого фрукта. Да, лангконг, а вот это еще это было что-то новое. Да, вот это еще мне есть. Как ты думаешь, какой у него вкус? Ну, как манго. Похоже на манго и на абрикос что-то. Да, надеюсь, что примерно так. А косточки можно? А листик на что похож тебе? А листик на лимончик? На цитрусовый, да, похож? Мне на мандариновый похож, там у них такие же пластмассовые листья. Ну вот на цитрусовый, короче, они у всех. Вот эти вот фрукты, что вот этот, что вот этот, что вот этот, я думаю, примерно... Ну вот этот примерно одного типа. Вот это совсем другой, да? Но вообще такие фрукты интересные. Вот выглядят они все как-то, ну не по-нашему. Мы привыкли к яблокам. Манго. Апельсины, бананы. Ну, манго уже для нас уже это не экзотика. Мангостины. Кстати, сегодня в интернете увидела, что не мангостин, а мангостан. И теперь я что-то стесняюсь говорить мангостин. Мангостин вроде как более распространенное название. Допустим, мы сегодня попробовали со шкуркой есть, но мы поняли, что жестковато маленько. Так, ладно, пробуем. Так, как это называется штука? Вот есть название. Что мы едим? Это мини-манго. Я хотела все-таки, чтобы ты попробовала сначала. Ну да. Это сразу. Это да. Это тут они, похоже, такие маленькие зелененькие продаются. Нет, это не вот они? Именно вот они вот так продаются. Желтенькие? Маленькие зелененькие, да, есть, но это другое. Он что-то вот манго, как будто гибрид с цитрусом. С цитрусом, да. Маленько кислитый такой сладенький, да, Макс? Как тебе? Этот фрукт победил. Победил, да. Реально? Да. Мне больше все-таки лангконг понравился. Не, мне вот этот. Вот, у него еще название лансат, лангсат, лангот. Угу. Маечка. Как обычная манго. Как обычная манго. А что нам манго у нас уже обычная? Вкусненько. Ты говорила, на что похоже? На манго, да, с чем-то цитрусом. Так все, дети, дегустация закончена, все свободно. Помоги! Я доем, пожалуй. А тут косточка есть внутри? Да. Как у манго, кстати. Я тоже хочу. Ну все, давайте, завершайте. А то нас уже как догонять сейчас начнут. Говорите, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на их канал и на наш тоже. Надеюсь, ссылка будет в описании. Будет. Окей. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Да. На оба канала. Все. Все, пока-пока. Пока-пока. Пошли уже мороженое.